доставил карты на базу. На их расшифровку потребуется время, так что выбирать новый пункт назначения пока рано. Тем более, что у нас есть более насущные проблемы. Большинство ребят слегли от жары и обезвоживания. А Авроре, чтобы сдвинуться с места, нужно много воды и топлива. Все это есть у местного бандитского главаря, барона, но делиться он не спешит. Учитывая нашу тяжелую ситуацию и опыт общения с нефтяниками, полковник принял решение взять все силой. Дамир уже отправился на разведку к главному источнику, откуда можно угнать целую цистерну воды. Я должен встретиться с ним неподалеку от источника. Алик, он пацан непростой, и тачка у него не просто так. Барон со своего плеча, считай, выдал. За верную с... Помехи.
Там держи все время! Вижу! Вот, внизу, бля! Пацаны, валим отсюда! Пацанчик, не шмаляй, сдаюсь я! Братан, ты это, не шмаляй, сдаюсь я! Ну ты сразу не вольнул, да? Как лох попал. Чисто конкретный лошара, мля. И какого хера я в эту тему гнилую вписался на? Была же чуйка голимая. Черняет на нас низковырница, да? Да не, мля, не должна. Ну, если никакая, сука, грабли совать куда не надо, не будет, на. Дай ключ на 16.
закончил он! Еле шевелится, дохлятина! Все, мля, закончили тут! Закрывайте! Закрывай давай! Лады! Закрываю! Чё там, чё там? Ща, мля, посмотрим. Чё ты снобит, мля? Жара, мля. Понятное дело, эта падаль ворочается. Вот потом спросят, чё, мля, учим их плохо. Братва, тут там, проходим, проходим, мля. Хуже, чем там. Он, сука, там был, в проходе! Братва, надо искать чушкана этого, пока не свалил. Чертиловна, готовь туза, я за тобой иду. Вон будет. Это что там наверху, а, братва?
нету никого, ну? Кому так делать нехер, а сюда переться? Лохматые за своих пишутся, а? Слушай, а чё нам его тупо не завали? Хоботиться еще из одного лохматого. Внимание, братик! Далеко он уйти не мог.
Держится пока, без воды-то. Пока тебя нет. Я тут немного разведал. Как ты понял, к источнику пойдем через черный вход. Гель говорит, в этих пещерах жила уйма народа. Считай, целый город. Но как в пещере гейзеры открылись, им пришлось уходить. Давай вниз!
Ну что, теперь только вперед. Давай повыше поднимемся, осмотреться. Пещера не убежит. Уши закладывает! Да, немного тут осталось. Я ведь когда отправлялись, надеялся узнать что-то, если не о родственниках, так хоть о народе моем. Теперь узнал. Это больно. Аккуратно, аккуратно. Пускай город мертв. Огромное спасибо, что вытащил нас из Москвы, Артем. Я хоть своими глазами посмотрел. Ага, а вот и вход. Готовимся, Артем. Заряди фонарь, провери фильтры, ну и остальную снарягу. Такое предчувствие у меня нехорошее. Ладно, замнем для ясности. Ну что, давай, подсажу тебя.
Погоди. Маски! Сколько же тут народу живет? Кругом постройки какие-то. Проход к источнику. Полезли! У меня фильтр уже подыхает. Бьёль говорит, нефтяники местными вертят как хотят. Так что давай попробуем сработать тихо, без невинных жертв. Они ведь тут как рабы. Смотри, вода! Вон, видишь, машина? Я наверх и возле нее спрячусь. Ворота, похоже, из вон той башни управляются. Когда откроешь, я по газам и на выход, а ты прыгай на цистерну. Удачи! И постарайся, чтобы никто, кроме нефтяников, не пострадал.
Ты чё, мне съехал на ту? Какое меня? Я на два часа по фокусу. На вышке отдел 30 до пары быков. Я тебе не знаю, никому не скажу, что видел. Совсем! Честно тебе говорю, не скажу. Я на этот собак плевал и растирал. Yeah.
Сенкинсен? Кто ты? Что здесь делал, Бейтонис? Сенейс Тепжитерсен? Ты наш ты, Маганый лес? Нэнкайда Барыб Белемин. Спасибо, Бейтонис. Похоже на фашистские лагеря в Москве, правда? Вот подумай. Ну, как это насчет вас сейчас? Какой вы знаете? Братики, тоже не я вас очень против. Пацаны там за них ничего не звонили? Нет, салонный карт мы точили за ними долго топили. Ну что-то не слышно от них ничего. Ну там чисто буря была. Че? Может, контролеры эти чисто конкретные мелодии? Смотрите, пацаны! Начальника, спецназ в натуре! Стопудово бычье обычное, чисто к успеху шли. Ну а если реально крутые наши хвальнули и полюбас как бздецно, вода тут только у нас. Смотри, запорожные! Чисто сработали. Видел бы ты их рожи, когда я машину завел. Ну, хотя от нас рабы не пострадали. Ну что, погони вроде нет. Осталось до Авроры доехать. Что, вымотался, Артем? Ясное дело. Ну, отдохни тогда, братишка. Рассредоточиться! Сэм, Анна, налево!
Разгружаемся! Быстрее! Перезарядка! Лес! Туда! Сейчас я... Сбоку заходи! Атакуют вдоль дороги плотно! Надо зайти с фланга! Они развернулись шире! И не перестреляли нас! Вперед! Машина на прорыв идет! Гранатами работайте! Ага, мы супчиков этих отделали, а? Да, недурно. Только армия их сейчас в набеге, а это так. Маленький привет от барона за воду. Сколько же их всего тогда? 700, думаю. Ого! Да, ну, значит, повезло нам по-крупному и пора отсюда убираться. На Саксауле километров на 5 уберемся, не дальше. У нефтяной собака топлива много. Целая цистерна на рельсе стоит. Если тихо ворота открыть, увезти можем. Охрана сейчас много небел, думаю. Сможешь провести наших? Смогу. Тогда за дело. Ермак, Крест, готовьте Аврору. Заканчивайте заправку котла водой и сливайте топливо из машин. Артём, Дамир, на вас самое сложное — угнать цистерну. Есть! Удачи вам, ребята! Аня, идиот, ТТшник, ребята, сворачиваем лагерь. Не забудь проверить снаряжение и подготовиться перед тем, как отправляться. Может, все же попробовать договориться? Да пробовал. Не вышло. Он плату женщинами принимает. Но
Ну что, Артём, мы с Гюль скоро выдвигаемся, так что ты пока отдохни немного. Проверь снаряжение и подтягивайся. Встретимся возле их базы. Вы очень везучий. Артём, мы вот уезжать собираемся. Которых на том корабле полуразобранном бандитами. Слышь, Иван, а шланги-то не лопнут? Это ж тянуть через весь вагон, о как! Ну, Артём, что скажешь про нападавших? Как по мне, они явно не ожидали сопротивления. Ну, сами виноваты. Хорошо вы с Дамиром сработали. Ничего не скажешь. Степан, сворачиваем лагерь. Есть. Объявляется посадка на поезд. Привет, Артём! Светлое будущее. Ну, теперь дела на лад пойдут. Вода есть, прорвемся. Все, что горит, тащите. Вы с Дамиром молодцы. ДТшник, доложишь, как закончите. Артём, берегите себя на задании. Мы вам многим обязаны. Да что с Артёмом-то случится? Это ж терминатор натуральный. На каждом шагу звенит. Ну вообще да, дружище. Следи за собой, будь осторожен. В самый ответственный момент мы, понятно, подтянемся, но вы все равно без надобности не рискуйте.